Шесть серпуховичек будут защищать честь Подмосковья на чемпионате России по боксу. В спорткомплексе «Русский медведь» завершились чемпионаты первенства Центрального федерального округа по боксу среди женщин и девушек. За 4 дня соревнований на ринг выходили представительницы 17 областей страны. Команда из Подмосковья показала лучшие результаты. И первое место занимает Маркова Юлия, Московская область. Для столь неизящного вида спорта Юля и другие девушки-боксеры выглядят очень женственно. Миловидные, улыбчивые спортсменки в очередной раз доказали, что и в боксе есть место женщинам. Несмотря на то, что этот вид спорта жестокий и суровый, болезненный и травмоопасный. За хрупкими плечами Юлии Марковой 36 боев и 30 побед. Последнюю девушка одержала в Серпухове. Я занимаюсь боксом 5 лет. До этого занималась плаванием. Но папа меня отдал в бокс. И мне понравился он. Каждая девушка может заниматься наравне с мужчиной боксом. Кандидат мастера спорта Юлия Маркова в составе команды Подмосковья продолжит свою спортивную карьеру на чемпионате России уже в марте. Это право завоевали и 6 серпуховичек, став призерами первенства по женскому боксу Центрального федерального округа. В течение 4 дней на ринг спорткомплекса «Русский медведь» выходили спортсменки разных возрастов – от 13 лет до 40. Уровень подготовки очень сильно вырос сейчас. Очень сильно. Ну, в основном, если они занимаются, они в парах стоят с ребятами, поэтому они растут. Девочек мало. Но у нас в городе уже, в нашей секции, уже до 15 человек девочек занимается. Я думаю, после этих соревнований все придет. Наиболее успешно в этом году выступили воспитанницы Сергея Чекунова, Ульяна Шакалова, Ангелина Никифорова и Софья Пелевина. Всего провела, получается, уже 31 бой, одержала 28 побед. С тренером уже планируем на Олимпийские игры поехать. Нужно усиленно тренироваться, не халтурить, вот как это многие делают, думают, раз-два и все легко. На самом деле ничего легкого в этом нету. Тренировки, все, в принципе. Примером для подражания для юной спортсменки, конечно же, является Наталья Рогозина. Чемпионка мира по боксу и просто очень красивая и сильная женщина. Но это мечта. А пока в составе подмосковной команды Софья Пелевина и еще 5 серпуховичек будут оттачивать свои удары на чемпионате России, а в случае победы – дальше на чемпионатах Европы и мира. Так что до мечты рукой подать. Главное – стремиться к ее реализации.